Всем привет, с вами Вулфинг, и сегодня новый выпуск программы «Вот это игры». И сегодня я решил вспомнить, но вот точно могу сказать, что одну из лучших игр про гонки по заснеженным трассам, а точнее про сноубординг, лыжи или вообще просто адреналиновую игру. Почему же я все-таки решил вспомнить эту игру, ведь она вышла давным-давно, а я вот только сейчас решил поговорить о ней. Да, в общем, все просто и, наверное, даже по-идиотски. Я просто лазал по старым трекерам, ну, знаете как, зашел просто посмотреть, что вообще лежит, что там есть интересного, и вот нашел как раз вот эту игру. И вспомнил, потому что раньше, давным-давно, наверное, еще в годе так 2000, не помню, наверное, в 7-м я играл в эту игру, и честно вам признаюсь, я тащился от нее. Конечно же, сейчас опыта у меня не хватает, и играю я не очень хорошо, но вот раньше я очень-очень хорошо в нее играл. Эта игра про то, как можно круто выписывать различные пируэты, там, сальто, фигальто, еще что-нибудь, и получать от этого удовольствие. Потому что здесь присутствуют огромные скорости. Управление, конечно же, может и не настолько простое, но оно все-таки не сложно. То есть любой игрок, который входит в эту игру, то есть включает ее первый раз, может почувствовать трудности какие-то. Но это надо, ну, наверное, просто поиграть. И тогда уже получится нормальный, хороший, бодрый и быстрый геймплей. Вообще же, какие главные достоинства этой игры? Самое первое достоинство — это то, что, как бы так странно это ни звучало, лыжи и вообще сноубординг. Потому что таких игр очень и очень мало, и поэтому у этой игры практически, честно говоря, нет конкурентов. Вот есть, допустим, там скейтеры, это Тони Хоук, то там тоже, в принципе, конкурентов нету. Вот если ты создал вот игру, то тебе не с чем сравнивать, понимаете? Также эта игра, она, можно сказать, единолично занимает свое место вообще в нише этих игр, поэтому в нее стоит играть, и даже, ну, потому что нет другого выбора. А эта игра великолепна, правда, я вас уверяю, она великолепна. Ну, как я уже начал говорить, достоинство то, что таких игр практически нет. Ладно, эта игра вышла очень давным-давно, и графика в ней должна быть, ну, не очень шикарная или еще какой-то там. Но я вам раскрою небольшую тайну. Вот в этой игре графика просто ошеломительна. Я вас уверяю, я запустил, я бы не сказал, что эта игра вышла, не знаю, давным-давно, как лет 100 или еще когда-нибудь, когда компы вообще не требовали сильной нагрузки, уж компы, игры не требовали сильной нагрузки на твой великий могучий компьютер, как многие считали про свои компьютеры. И эта игра не была требовательна, но в ней графика была шикарна. Но главный плюс вообще, огроменный плюс в копилку этой игры, это музыкальное сопровождение. Потому что таких хитов я не слышал, ну практически ни в какой игре. Если так честно признаться, то в этой игре музыка подобрана настолько хорошо, насколько это возможно. То есть музыка создана исключительно для того, чтобы гонять на сноуборде, лыжах, ну, на чем угодно, но главное гонять. Ведь суть всего геймплея и завязана на том, чтобы ездить, совершать трюки, крутиться в воздухе, заворачивать невиданные кульбиты и получать от этого удовольствие. Вот знаете, что меня только не очень радует? То, что эта игра, ну, мало у кого она была. И все-таки вообще ниша сноубординга, лыж, там, гоняться по заснеженным трассам и еще где-то, ну, такие игры никогда не получают большого, знаете, так как бы вам сказать, ажиотажа. Потому что это не шутер, это не Battlefield, это не Call of Duty. Такие игры люди не будут играть толпами, понимаете? То есть такие игры люди играют единицы. И не знаю почему так, но это вот так и есть. Ведь все-таки даже у того же Тони Хоука есть свои фанаты, но их не очень много.
А у этой игры еще меньше, потому что она не Тони Хоук. Ее никто не пиарил особо. И эта игра, не знаю, попала мне, потому что она была у моего друга в свое время. Ну а сейчас она попала мне, потому что сейчас вокруг меня царит интернет и можно достать все, что хочешь. Но я-то вам не советую доставать все, что хочешь, качать или еще что-то. Нет. Вы не старайтесь заниматься такой ерундой. А если вы хотите сыграть в эту игру, то вы, конечно же, можете, сами понимаете, что сделать. И вы, наверное, это сделаете, если вам понравился этот обзор. И вы увидели по роликам, что эта игра действительно интересна. Нет, она правда стоит того, чтобы в нее поиграть. Но я хочу вас предупредить, если вы хотите вот прямо сейчас сразу зайти и творить кульбиты или еще что-то, то я вас разочарую, потому что игра, ну, сразу у тебя навряд ли что-то получится. Надо будет постараться, потренироваться, и тогда все будет круто. Ты будешь получать очки, ты будешь кастомизировать своего персонажа, ты будешь, я не знаю, ну, покупать себе новые лыжи, покупать себе новый сноуборд, просто будешь заниматься, чем ты занимаешься в обычных играх. Ты также будешь кастомизировать своего персонажа, просто вместо оружия ты будешь покупать себе лыжи и многое другое. И точно ты будешь получать от этой игры удовольствие, потому что, ну, действительно, она хорошая. Только что меня разочарует то, что у этой игры нет продолжения. Почему? Ну, честно говоря, даже не знаю. Ну, по крайней мере, я его не видел, вот так вот могу сказать. Конечно же, это просто, ну, минус. Не к самой игре, конечно, а к разработчикам, к издателю, наверное, просто она не окупилась, я так думаю, поэтому к единственной причине больше нет продолжения. Но все же эта игра стоит своих слов и времени, чтобы в нее сыграть. Ну, наверное, это все. Может, сегодня обзор не такой длинный, но все-таки я попытался рассказать все, что я думаю об этой игре и хотел вам рассказать. Ну, извините, я не филолог, не литератор, не депутат. Говорить уже хорошо не очень всегда получается. Но все же эта игра стоит того, чтобы в нее сыграть. И не зря она попала в выпуск программы вот этой игры. Ну, а с вами был Вулфинг. Программа вот этой игры. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. И вообще, чем вы обычно занимаетесь? Вы без меня знаете. Наверное, это все. Пока.